Когда магистраль газопровода Ставрополь-Грозный подошла к реке Терек, строители приняли смелое решение установить воздушный переход через реку. Шлюзы Терско-Кумского канала были заблаговременно перекрыты, уровень воды понизился, и тракторы свободно прошли по каменистому дну реки. Нитка из стальных труб длиной в 136 метров и весом в 35 тонн была смонтирована над рекой за час 20 минут. Такое строительство газомагистрали экономично, и опыт его будет широко применяться.